Всем привет! Сегодня я немножко вам расскажу о густых пигментах для микроблейдинга. Ручных техник. Мастера, кто работает? Вот такие вот красивые пигментики, оттеночки. Сейчас я вам продемонстрирую их. Малиновый пунш. Каждый пигментик упакованный защитной мембраной на заводе. Все стерильно. Так открываются нелегко. И смотрите, насколько пигмент густой. Чем гуще, тем лучше пигмент. Расход будет минимальный. И у вас концентрация пигмента здесь намного насыщеннее, нежели в жидких. Вот смотрите, насколько густой. Видно, да? Продемонстрирую я вам двухрядной иголочкой. А вот они, такие иголочки у нас в магазине тоже продаются. Недорогие, 30 рублей. Совершенно легко берется. Смотрите, это очень важно. Никуда не скатывается пигмент наверх, он не собирается. Это говорит о том, что здесь самого пигмента больше, чем глицерина. Глицерин, он всегда собирается к основанию иголочек, к центру. А здесь у вас на кончике. Видно, да? Это очень удобно для мастера работать. Получается, у вас пигмент будет входить в кожу сразу, и вы будете работать аккуратно, не травматично. Вот такой звук должен быть характерный также у клиента на губах, на бровях, кто работает в технике напыления микроблейдинг. Берете все на кончике. Девочки, не забывайте, когда вы сделали полностью, травмировали губки, нанесите ватной палочкой пигмент для того, чтобы где у вас в холостую пиксель получился, пигмент туда у вас войдет. Работайте тоже с вазелинчиком на губах, тогда у вас будет не сильная травматика, и клиенту не будет больно, и у вас будет получаться быстрее сделать губки. Сейчас мы сотрем и посмотрим. Вот взрыхляет, и пигмент входит очень хорошо. Сейчас я, смотрите, с небольшим усилием. Что даже если вы сильнее будете травмировать пигмент, в любом случае войдет, что даже очень слабо, тоже пигмент входит хорошо. Кто-то работает, конечно, однорядными иголочками 12, 13, 16, 17, 18 и так далее. Но быстрее, конечно, ускорит вашу работу двухрядные скошенные иголочки. Намного быстрее будет работа выполнена. И еще вам покажу нежность. Красивый тоже оттеночек. Давайте мы вот так вот посмотрим. Смотрите, какая красота. Кто хочет такие губки, пишите нам. Заказывайте. У нас есть в больших и в маленьких объемах пигменты. Вот, смотрите. Это 10 миллилитров, это 5 миллилитров. Цены доступны у пигментов. Заказывайте.
Отправляем в любой уголок земли. И вот такой вот я сейчас яркий покажу. Посмотрите, какой ягодный, насыщенный цвет. Тоже будут очень красивые губки. Надеюсь, очень полезное видео было для девочек, начинающих мастеров по перманентному, ой, по микроблейдингу. Пишите, задавайте вопросы. Ссылочку я оставлю внизу, где меня найти, в Инстаграме. Я вас могу добавить в Телеграм группу, где я консультирую круглосуточно. Всем пока!